100%. Сбой основной. Урон 75%. Урон 50%. Ничего не сказали. Удачи. Черт. Йоу, Маркус! Глянь на эту тыдесню! Это же какое-то инженерное порево! Обучение компов! Нанотехнологии! Рейлганы! Рельсы, Карл! Да, я знал, что вам понравится. Это подарок? Да. Да. Черт, Рэй! Ты как будто заросший Санта-матершинник. Хо-хо-хо! С Рождеством тудыть его! Эй, вы готовы? Ситара запускает ролик. Тайдис, в отличие от других корпораций, держится в тени. Об этой компании мало что известно. Они предпочитают вести свои дела за закрытыми дверями. Но для Датек закрытых дверей не существует. Тайдис тратит ваши налоги на создание военной техники. Знаете, сегодня один боевой прототип вышел из строя, продемонстрировав разрушительную мощь. В следующие 10 лет эти машины могут появиться на улицах. Если сейчас вы решите остаться в стороне, появится армия, которая заставит вас молчать. Плюм сотрудничает с Тайдис и предоставляет им доступ к сети ОС. Плюм продал ваши личные данные и использует их против вас, если проект продолжится. Мы не собираемся сидеть сложа руки. Датсек рассказывает правду. Решать вам. Пойдем посмотрим, что ты нарыл, пока все страницы не слиплись к хренам. Эй, увидимся позже. Ага, давай,